Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 830, и нам нужно восстановить цепочку вычислений. И нам дано последнее число, нужно найти все остальные. И чтобы это сделать, нужно будет выполнять действия, противоположные тем, которые нам даны. Например, нам нужно найти вот это вот неизвестное число. Чтобы его найти, нужно из суммы из 100 вычесть известное слагаемое 49. 100 минус 49 будет 51. То есть мы не прибавляли 49, как написано, да, у нас здесь, а вычитали. Противоположное, мы выполняли действие. Точно так же, если нам нужно найти вот это число, неизвестный множитель, потому что это неизвестное число умножить на 17 будет 51. Нужно произведение 51 разделить на известный множитель на 17. И 51 просто делим на 17, получаем 3. Тоже выполнили противоположное действие. Также здесь, чтобы найти это число следующее, нужно противоположное действие выполнить. 3 умножить на 15 будет 45. Не вычитаем 45 и прибавляем, получаем 90. Не умножаем на 3, а делим, получаем 30. Можно проверить, правильно мы ли сделали. 30 умножить на 3, 90. 90 минус 45, 45. 45 делим на 15, 3. 3 умножаем на 17, будет 51. 51 плюс 49, 100. Все правильно. Тоже так же давайте без объяснений, просто выполним противоположные действия. Главное не запутаться. 90 мы не умножаем на 3, а делим на 3. Получаем 30. 30 минус 17 будет 13. 13 умножаем на 3, будет 39. 39 плюс 59 будет 98. И 98 делим на 7, получаем 14. Можно тоже проверить. 14 умножить на 7 будет 98. 98 минус 59 будет 39. Ну и так далее. Получим действительно 90. И выполнили задание 830. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.